Ваше шоу не только о спорте. Это о жизни, о жизни. Это некая сказка для детей и взрослых. И в каждой сказке есть вымысел. А в нашем представлении это все правда. Шоу Светланы Хоркиной «Восхождение» – это о личном, настоящем, честном. Вы, пожалуй, увидите сегодня все самое лучшее, что есть в отечественной гимнастике. И думала я когда-нибудь, 25 или 30 лет назад, что все это будет. Нет, не думала. Когда есть шанс, то надо идти вперед. И маленькая девочка из Белгорода много лет назад получила этот шанс. Который меня никогда не оставит.